Сбрасывает мне сегодня видео подписчик, и тут, ну, вот это очень острая тема по поводу насилия, то есть необоснованное насилие со стороны полицейских к гражданам, к людям, даже к правонарушителям, бог с ними, с правонарушителями. Правонарушитель такой же самый человек, там, и гражданин, как и все остальные, и просто так его там бить, ломать, крутить нельзя. Смотрите. Вот непонятно, что во Львове происходит ночью. Вроде как парень спокойно стоит, ему ломает руку гражданин, похожий на полицейского. Вон еще куча, два. Вот еще. А сейчас внимательно смотрите на полицейского, который находится там сзади на фоне, вот с левой стороны он стоит. Что он дальше будет делать? То есть, чтобы вы понимали, я сразу объясню. Он подходит к автомобилю, открывает водительскую дверь, туда залазит, и потом у этого полицейского мы увидим в руках документы. То есть он проник в автомобиль к человеку, вытянул оттуда документы, ну и потом по этим документам, насколько я понял, будут составлены административные материалы. Супер! Давайте, смотри, смотри. Смотри, сколько, блядь, мальчиков пришло, помогай. Смотри, уже с машины документы уже достали, да? Красавчик, блядь. Так, так, вот, вот. Машина, да, кстати, на нейтралке, смотри. Смотри, суставы ломает. Хлопці, добре. Ми можемо його лічним речем забрати, тому що не можна. Хто ви такі? Хто ви такі? Хто ви такі? Тільки родичі мають його речі. Давайте ви зараз перед нас. Тільки родичі мають його речі. Перед нами зараз витягнути, що в нього є. Нічого я не буду в нього витягувати. Пишіть нам розписку, що в нього є в карманах. Все. Ні, друзі, перед нами. Ні, так є. А в нього штука маски в кармані, і вона пропала. Ніхуйо. Як туди стояти, друзі? Да нет у него кайданка и все, что вы блин. Ты будешь держать еще раз? Еще раз, я попытка, что ты будешь снять опер, ты будешь держать на земле кайданку. За передачу документов так с людьми... Разумею, мы имеем право. Я могу дать свои документы на... Я запитываю просто. Вы вытягиваете из его кармана все? Я підозрюю, що водій кермав стані зразу. Я підозрюю, чи ви точно підозрюю? Ні, просто цікаво, як... Я з вами нічого не скажу. Ну, але в законі ДНР такого не записано, правильно? Дай вам питання. Дивіться, я затримав людину, так? Я їхав, наприклад, людиною, яка людина перезала. Вибачте, я вас переб'ю. Якщо не підозрюю, є для того алкотестер. Так. Є поняття. Але з нього за рулем ніхто... До чого ви? Ми їхали, перейнялися з ним, перейнялися. В итоге вони його піднімають, він становиться, стоїть. Возникает абсолютно логичный вопрос. А зачем применялась физическая сила? Зачем вы давили ему коленом на лицо? Зачем там заламывали ему конечности в суставах? Вот это обоснованное применение физической силы или нет? Ну, у нас четко прописано, в каких случаях и с какими целями применяется физическая сила. В данном случае получается, что физическая сила была применена к человеку абсолютно необоснованно. В качестве, как я уже говорил,
незаконного наказания. То есть они уже его наказали тем, что просто поломали, помяли. Вот. Или там иногда вот они применяют физическую силу для того, чтобы сломить волю человека. Да? Вот человек там уверенно себя слушает, они его покрутили, побили, и все, человек начинает давать заднюю. Нельзя для таких целей применять физическую силу. Я вийшов, Ситуация двузначная. Да. Наверное, фото, видеофиксация, там все на месте. Как переседал. К сожалению, на этом видео заканчивается. Как сказал мне подписчик, вроде как составили на него админматериалы, 130-ю составили, причем 130-ю с отказом, хотя там непонятых не было никого. Ну не знаю, то есть на самом деле, что было дальше, непонятно, неизвестно. И возможно, никто никогда не узнает. Кроме тех, наверное, кто увидит это видео и мое видео, и возможно обратится ко мне и расскажет чуть больше. Я не знаю, был он там нетрезвый, не был. Ну, сегодняшний этот ролик касается совсем другого. Как раз вот такие физической силы. То есть, ну, вы увидели, поломали, помяли, потом подняли. Он дальше стоит. Залезли в авто, забрали документы. Вот. А потом, понимаете, они удивляются, почему их ловят под подъездами, почему там прыгают у них по головам. А потому что вы сами это делаете, вы поступаете, полицейские, как гопники, вот реально. Вот типа, дано вам такое право, причем это даже не право, это мера. Я уже рассказывал об этом много раз. Мера, которая используется только лишь для того, чтобы вы достигли целей, предусмотренных в ваших полномочиях. Зачем вы его ломали, остается загадкой. Понесете ли вы за это наказание? Не знаю. Это было во Львове, поэтому кто там во Львове живет, находится, вы можете туда им написать. Вот, и пусть проверят вот эти вот факты применения физической силы необоснованной. А потом мне сбросите, я расскажу всем остальным. Ну, на этом все. Пока. Не знаєш, що відповісти на добрий день. Ти хотів би почути таке бажане люблю. Тому я таке тобі не дам повішати петлю.